друзья, международный мастер 2820. Мощный зверюга. Давайте применим схемку, более-менее знакомую, которую раньше играл. Подорвем здесь его. Здесь я этой пешкой брал. Здесь можно откатиться неожиданно назад. Пусть рубит, если хочет. Ну и также попутно угроза какая-то создана все-таки. Может быть, она еще не страшная, но... Может быть и страшная, да? Что ж ты такая страшная угроза? c4. Защитил слона, да? Слона защитил. Ну что, можно пойти а6, наверное, пока. Съел-съел. Он может разменяться и пойти... конь c3, да? Мог же так сразу, как он сыграл, сделать тоже. Почему бы нет? Надо мне здесь пытаться в длинную сторону рокировать все-таки. Хотя при случае, конечно, буду слоном брать, слон сильную позицию занимает. Поэтому не буду здесь ничего придумывать. Буду коня еще переводить на какие-то поля мощные сюда и сюда. У него игра по линии c, возможно. Да, он сразу же пытается это в жизнь воплотить. Тогда пойду именно так, чтобы линию c перекрыть, да? Ну и дальше буду думать, может быть, с пешкой d4 буду работать. Он готов мне ее, в принципе, отдать. Говорит, забирай. Я пока брать не буду, там еще одна пешка висит. Так что буду в какой-то момент одну из пешек забирать. Может быть, сыграю еще g5. Он съел, я съел. g5. Готов побить, в принципе, сюда, наверное. Да, ход я угадал. Сюда. Чем будет бить? Слоном я съел. Там еще на e6 висит. Так, интересная позиция. Интересная, сложная. Что же тут лучше? Как сыграть? То есть, может быть, просто ладья не играет. Поставить ладью поближе к центру. И не переживать за эти все дела. То есть угроза где-то g4. Как вариант, да? Потом размен на e5 и ферзь e5. Там если ладья d1 будет сделан ход. А он сюда пошел, да? Хорошо, я сюда. Я рвусь к пункту d4 всеми силами. Съел. Ничего не зеваю, просто конь d4. Конь d4. Конь d4, да? Хочется при случае ему мат какой-нибудь поставить. Угу. Давайте, может быть, так. Или не стоит. Или не стоит, друзья. Не стоит. Просто хочется такой не в 3 вонзить в какой-то момент, поэтому у меня рука фактически дернулась пойти именно как я хотел сыграть. Но здесь решил пока просто пешку защитить. Угу. Прет. И плакать не дает. На А7 может убежать, да? Может быть, пока отойти аккуратно, не знаю. Не по линии потом не напрягут ли меня. Интересный момент. Соперник в любом случае не хочет проигрывать, да? Ладно, ушел. Мне не нравится, что он проникнет ферзем сюда. При этом не нравится, что ладью покидаю. Без защиты оставляю, да? Все не нравится. А играть как-то нужно. Как-то так, друзья. Да, нападает на моего ферзя. А мне что делать? Что же делать? Как нам быть? Как нам дядьку победить? Давайте какой-нибудь нестандартный ход. Куда-то в бок. Пускай думает, считает, что же делать. То есть где-то, может быть, шах хочу. Сюда перестроиться, не знаю. Может быть, вообще вилку хочу сделать. Но там у меня ферзь будет под связкой, да? Так что сразу вилка не проходит, как минимум. А с другой стороны что-нибудь будем придумывать, да? О, видите, как он уже в оборону. В оборону пошел. Это интересно. При случае готов на размен пойти. Все-таки лишний материал. С другой стороны, как-то у меня пешка может под ударом быть ладьи. Что тоже не есть хорошо. Цепляется, да? Так. Интересно. Так. Сейчас что-нибудь придумаем, мне кажется. Мне кажется, друзья, что-нибудь придумаем. Время-то у него тикает. Время тикает, да? Так. Ничего себе, так. Неужели 2800 обыграем? 47 секунд еще. Победа! Друзья, на ровном месте закатал международного мастера 2800. Американец, скажи мне, в чем сила?
Вот, говорит, мне и брат говорит в деньгах. Вся сила в правде, да. Как-то так, друзья. Закатали американского международного мастера. Все правильно, нефиг на нас лезть. Отбили атаку, сами перешли и в итоге выиграли материал. Куда ему здесь ходить, я не знаю. Что у него, ферзь под боем? И под боем у него ладья. Особенно можно, если как-то ферзям отойти, да? Мне вот такой еще ход нравится. Дело в том, что ферзь под боем, и дело, если попытаться куда-то снова сбежать, ну, во-первых, там еще и конь был под боем, то это, друзья, просто мат. Вот такой вот спертый мат конь f2. Соответственно, на ход конь d3, движок пока здесь пешек перевеса, потому что просто конь потерялся по факту. Ну, допустим, сюда ушел, можно просто съесть, да, как минимум. Еще интересный ход. Да нет, пока не проходит, хотел сказать, что на f1 пока не работает. Просто съел лишний материал, можно съесть сюда, тоже должно быть выиграно. Но самое простое, именно забрал фигуру, он может куда-то съесть, ну и здесь сидеть уже думать, как с ним работать. То есть, допустим, опять же, ход какой-нибудь бах просто съел. Ну, если не брать, я не вижу хода, какой ход делать за белых. А здесь все так же. Забрал, ну и видно, что ферзь против ладьи, выгодная позиция. Так что американцам нам, до нас еще далеко, друзья, в шахматы играют слабовато. Всем добра, хорошего настроения, красивых шахматных побед. Пока-пока, лайк, подписка, с меня на новые выпуски. До новых встреч, друзья.